Good morning, dear students. How are you? How are you today? Today, our new theme at page number 74 and 75, Traditions and Customs, Unit 6. Доброе утро! Сегодняшняя наша новая тема на странице 74 и 75, Традиции и обычаи. В этом разделе мы с вами будем изучать обычаи. Да? Сегодня мы учим цифры. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11. 11, 12, 12. А также с вами мы сегодня читаем диалог вместе. Пишем второе упражнение стих полностью. Читаем его голосовым. А также выполняем первое упражнение. Complete talk with your friend. Да? Здесь спрятаны буквы. Да? В книжке писать нельзя. В книжке ничего не пишем. Буквы не вставляем. Ручкой, карандашом не пишем. Это все устная работа. Посмотрите на словарные слова, которые мы с вами сегодня прошли. Да? И просмотрите, какие буквы здесь спрятаны. Да? One, O, E. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Happy birthday! Сегодня день рождения у Лили. Посмотрите на диалог. Пришлю вам ссылку. По ссылке просмотрите диалог, где про день рождения Лили. Лили пришла в школу. I'm happy today. It's my birthday. Я счастлива сегодня. Сегодня мое день рождения, говорит Лили, да? И водитель. Happy birthday, Lily. How old are you? С днем рождения, Лили. Сколько тебе исполнилось, да? Задает водитель вопрос. I'm six. Why? Мне шесть. До свидания. Лили пришла со школы домой, да, и смотрит, да? Where's mommy? Где мама? Where's daddy? Where's Liam? Где папа? Где Liam? Where's my birthday party? Где вечеринка в честь моего дня рождения? И она расстроилась в тот момент. Няня Роза повела ее в сад. Don't be sad, Lily. Let's go into the garden. Не грусти, Лили. Давай пойдем в сад, говорит няня Роза и повела ее в сад. И в тот момент они приготовили что? Сюрприз! Все ждали ее с подарками. Лили очень сильно обрадовалась. Вот такой у нас интересный диалог. Пишем в тетрадке второе упражнение. Второе упражнение песенку Sing the Birthday Song. Ссылку песенки я также отправлю. Напишите песенку и читаем голосовым. Пишите в тетрадке число. The 5th of February class work unit 6 и словарные слова. Учим словарные слова. До 10, мне кажется, все мы умеем считать, да? Нам всего лишь нужно запомнить 11, 12. Сосчитайте до 12 голосовым, это не сложно. А также стих. Слова повторяются, несложные, также пишем. Вот таким образом и читаем второе упражнение также голосовым. I'm happy today. It's my birthday.
I'm happy today. I'm happy today. I'm 6 today. It's my birthday. I'm happy. I'm happy today. Я счастлива сегодня. У меня день рождения. Я счастлива сегодня. Я счастлива сегодня. Мне 6 сегодня. У меня день рождения. Я счастлива сегодня. Стих несложный, также отправляем голосовым. Отправление голосовым считается в 3 балла. Письменная работа 7 баллов. Кто не отправляет голосовым, ставлю 7 баллов. The lesson is over. I think that the tasks are understandable. Думаю, что задания понятны. Урок окончен. Goodbye.